Итак, ну что ж, всем привет. С вами снова Михаил. Мы продолжаем проходить игру GTA 4. Это у нас по счету уже, по-моему, 17-17 серия, в которой мы уже находимся в районе, называющийся район Бохан. Тут небольшой такой район, самый маленький район в игровом мире города Liberty City. Игры GTA 4. И в этом месте мы будем искать так же, как обычно, выполнять дополнительные квесты по поиску голубей. Но начну, в общем-то, эту серию не с этого, а с того, как... Посмотрим вначале, в общем-то, статистику. У нас так-то, в общем-то, с первым, в общем, другом нашего главного героя, Джейкобом, у него отношения так-то дружеские. Примерно 70, уже имеется 78% дружба с Джейкобом, а уважение 100%. И плюс еще к этому у нас, только что, в общем, слушаем разговор. Джекоба. Так, теперь, в общем, мы установили дружеские отношения с Джекобом, и теперь можете пользоваться его помощью. А помощь заключается в том, что вам нужно позвонить ему и выбрать пункт меню оружия. Он придет к вам, и вы сможете купить у него оружие и снаряжение со скидкой. Вот такая вот как раз помощь с Джекобом мы тем самым получаем, если у нас с ним, ну, точнее, наш клан героя с ним устанавливаются дружеские отношения. Где-то примерно 78%, не меньше, ну, точнее, 75, точнее, даже 75%, а не меньше. Не меньше. Не меньше 75, не меньше 75% нужно, чтобы дружба была, в общем, была с ним, у главного героя, у Ника Берика. И тем самым можно теперь пользоваться его помощью. Джейкоба так раз прочитал, в общем, какая помощь с него, от него можно получить. Вот при такой статистике, в общем-то, таких показателях можно как раз это и пользоваться как раз помощью Джейкоба. Теперь мы можем с ним, ну, на досуг его, точнее, на досуг нашего главного героя с Джейкобом не записывать. Я показал, в общем-то, чему это приводит, если проводить с ним досуг и повышать с ним, в общем-то, дружбу, дружеские отношения. Так, ну, как видно, в общем-то, вот Гарс первый голубь в районе Бохана. Находится он, в общем-то, в этом месте, вот здесь. Так, это Южный Бохан, нас это место называется, Южный Бохан, как видно. Вот здесь вот. Вот, Южный Бохан написано. Вот, как раз в этом месте находится у нас голубь. Так-то первый из... ну, первый из 22. Всего 22 голубя здесь находится в этом месте. Нико Белик, мы не нашли твоего тела с другими в warehouse. Mr. Bulgarin and I were very disappointed. I was loyal to you, Dmitry. Why did you turn on me? You think I could survive in a cesspit of a city like this by aligning myself with a bottom feeder like you? You who has so many enemies. You robbed Bulgarin. You killed Mikhail. You know no more of loyalty than I do. You know why I killed Faustin. It was not my choice. I will find you, Nico. I have burned you and your cousin out of Hove Beach. I will smoke you out of any other hiding place you have in this city. See you soon, Nico. Ну, показал, в общем-то, Дмитрий Раскалов во всей красе своей. В общем, настоящий ублюдок. Но с ним, в общем-то, мы разберемся в финале игры уже. Так, вот как раз первый голубь. Как показал на карте, он находится у нас. В каком месте. Да, теперь, в общем, у нас уже осталось найти 150 голубей. 50 штук уже мы нашли. Осталось 150. 150. Переходим к следующему голубю. Но перед тем, как перейти к этому месту, почитаем еще сообщения, какие нам пришли. Как видно. Это малыш Джейкоб. Малыш Джейкоб. Сообщение от него первое. И второе сообщение. Кого там? От Дрюси. В общем, теперь переходим к поиску следующего очередного голубя по счету уже 51-го и 2-го в данной локации его Бохан. Так, но у нас еще один звоночек, отборюсь и послушаем. Alright, man. If you want my advice, the only way you're going to get your balls back to normal is if you stop juicing or you get implants.
How many times I have to tell you, homie, my balls are golden, okay? I want to talk to you about Roman. He's got a problem. He's gambling like an animal. Online, in clubs, everywhere. You need to control your cousin, bro. Roman's a grown-up. He can look after himself, Brucey. He's getting involved with some serious cats, homie. Even people I might think twice about dealing with. And I'm one dangerous motherfucker, okay? Put him in Gamblers Anonymous or something. I'm starting to think he's more interested in cards than chasing pussy. And that ain't cool, you dig? Sure, Brucey. Thanks for the heads up. Ну что ж, пропускаем самое неинтересное. Так, ну что ж, мы теперь переходим к нахождению очередного голубя по счету уже номер 51. И второго в районе Бухан. Находится у нас под этим вот мостом. Видно на карте. Это место называется ее тоже, тоже Южный Бухан, как и где мы нашли предыдущего голубя. Вот как раз этот мост. Под ним как раз находится этот голубь. Вот на этом таком заборчике сидит. Вот он. Переходим к следующему месту расположения очередного голубя. Итак, что ж, переходим к месту расположения очередного голубя по счету уже 52 и 3 районе Бухан. Локация, точнее, Бухан. Бухан. Находится, в общем-то, он в вот этом месте. На карте она расположена. Не, в общем, на юге этого района Бухан. Точнее, локации Бухан. Район, в общем, Чейз Пойнт. Вот это месте. Где у нас находится стрелочка желтенькая такая, показывающая расположение нашего главного, в общем-то, героя, за которым мы играем в данной игре. Вот. На таком вот, на перилах. На лестнице, Около того прохода, в общем, около того входа. Где, видимо, разгружают какие-то товары. Вот он. Переходим к следующему месту расположения очередного коллекционного голубя в игре GTA 4. Итак, переходим к расположению 53-го голубя, по счету уже локации Бухан, это 4-й будет. Так, приезжайте, друзья. Так, находится, в общем-то, даже не один здесь голубь, находится в этой локации, а целых два. Так, это место можно найти на карте. Вот она, тут, в общем-то, дорога. Локация Южный Бухан тоже. Да. Мини-локация, точнее. Вот где в этом месте находится этот два голубя. Находятся они, в общем, у нас на крыше. Вот прям видны даже оба. Сидят на здании Клеонерс. Написано как вот. Видимо, какая-то, наверное, возможно. В общем-то, это мойка машин этих одежды. Так, о, Роман, не вовремя. Nico, it's your cousin. Let us go drinking. Okay, man. We go drinking together. I pick you up in next hour. Okay, man. I will see you soon then. Так, ну ладно, потом с ним разберемся. Так, вот как раз эти два голубя. На крыше находится один и второй. Первый и второй. Переходим к расположению следующих голубей данной локации. Итак, мы находимся на месте, на очередном месте расположения коллекционных предметов зараженных голубей в игровом мире GTA 4. Вот, как видно, уже было на арке, находится полуразрушенный. Это место находится вот здесь вот. Тоже на юге Бухана, на районной локации. Тоже Южный Бухан, в общем, как написано. Часть этой локации, Большой Бухан. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Вот как раз видно, оба голубя находятся. Один сверху. Полуразрушенной арки, а другой снизу. Вот первый. Блин, ну вы, ты куда? Так, и второй. О, блин, только не тормози. А вот второй. Переходим к месту расположения других уже голубей данной локации. Итак, мы находимся на очередном месте расположения коллекционных предметов голубей, зараженных в игровом мире GTA 4. Находится, в общем-то, у нас очередной голубь уже по счету. Я точно уже забыл уже. Какой точно по счету. Так-то мы уже нашли в этом районе Бухан локации-то примерно их, сейчас помню,
По-моему, где-то 7 штук уже. А, да-да, 7 штук так-то. 7 штук. Это у нас 8 уже локация в этой большой Бухан. А и второй локации. Из 4. И в том числе уже по счету так-то максимум тоже, наверное, где-то. Если 8, то где-то примерно 57, наверное, голубь. И 50, или 56, я точно не помню. Вот находится как раз он в этом месте, под железнодорожной станцией, как видно. На карте эту локацию можно найти. Вот здесь вот, где у нас находится стрелочка такая желтенькая. Рейнфорд сайт локации Бохан. Это даже, наверное, до запада, на западе. Почти что, ну, почти даже на северо-западе. Это локация большая. В таком месте, окруженном досками этими. Вот он, это место. Переходим к следующему месту расположения очередного голубя. Итак, переходим к месту расположения черного коллекционного предмета игры GTA 4, зараженного голубя. Находится, в общем-то, у нас это почти тоже голубь 58 всего. За две локации пока что, которые мы изучили. И уже так-то по счету 9 локации Боха найдены. Находится, в общем-то, у нас вот в этом месте. Тоже Фортсайт район. Локации Бохан. Вот здесь вот. Можно так сказать, наверное, на северо-западе этой локации. Находится, в общем-то, у нас в большом таком переулочке между зданиями. На вот таком заборе. Как видно, сидит. Прямо наверху. На самой верхней точке это забор. А точнее, одной из верхних точек. Так, ну все, так-то мы пока, думаю, закончим на этом. Искать голубей в данной, в общем-то, серии. Потом пока хватит. Пока вот этим мы будем заниматься. В качестве дополнительных квестов таким образом будем выполнять. Такие вот рода локации Буха. Поиск голубей, больше пока ничего делать не буду. В каждой серии пока, в общем-то, все голубей не найдем в локации Буха. А теперь переходим к прохождению сюжетных миссий. Еще скажу, что, в общем-то, я хотел, конечно, найти их максимум 10 голубей данной локации за эту серию. Но 9, в общем, нашел, а 10 не получилось, потому что он находился у нас, в общем-то, в одном месте, которому его сложно достать. Суши, именно, вот здесь вот. В этом месте находился 10-й голубь. Где-то даже на одном из камней, на котором его сложно достать очень. Потому что там, ну, с земли его не достанешь, никак не попадешь. У нас нету снайперской винтовки пока что. А с воды у нас нет возможности, потому что пока мы не можем управлять этими лодками, водным транспортом. У нас пока это нет возможности. По сюжету нас этому не обучили пока по сюжету этому. Так что пока что этот голубь у нас тоже записывается. Такие, в которых мы потом найдем, когда у нас будет возможность с ним разобраться. То есть, эту планету, конечно, квест, пока мы до конца не сможем выполнить. Придется потом, когда по сюжету. Окей, возможности снова откроются. Пока что переходим теперь к прохождению сюжетных квестов данной серии. Как обычно, за квестодателей Брюси Кибуса, который зовут данного персонажа. Итак, ну что ж, мы теперь начинаем проходить данную 17-ю серию. Мы прохождение игры GTA 4. Сюжетные миссии. Дополнительные миссии пока мы закончили. Прошли, в общем-то, пока что. Продвинулись прохождение дополнительных квестов по поиску голубей, коллекционных предметов, зараженных на голубей в игровом мире GTA 4. Теперь переходим к продолжению прохождения сюжетных миссий за Брюси Кибуса, персонажа. Будущего, в общем-то, друга нашего бангероя Ника Беллика. Ну что ж, начнем. Третья по счету уже миссия начинается. Называется она у нас Out of the Closet. Hey, man. Hey, guys. Sexy. Hey! Hit me! What? Hit me, come on! Nico, you wanna go on a date? Come on, what's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing, it's a guy. Fuck you. No, dude, listen! The cousin of that guy you killed, Lyle Revis, owes me a lot of money, and the dick won't pay.
Instead, he said he's gonna have me kill that bitch. Hi-ya! Brucey, you got to chill. For real. Yeah. Now listen, NB, this guy isn't hiding, but he's a serious... He's a serious cockhound. Oh, so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat slob. So, I'm just doing your profile. All right, let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms? Yeah. You got to be kidding me. I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up! Now listen, Nikki. I need you. And I will pay heavily for this. Okay. And Roman, cousin, you're a dick. Nikki! Shit. Так, взять вот этот кафе. Ну, вообще, миссия бы прежде прикольная. Да, еще какая весельненькая. Но она пройдет очень быстро 3 этапа. Всего 3 этапа прохождения данной миссии существует. Нужно будет сделать 3 действия, но при этом эти 3 этапа, они не сразу активируются. Возможно, даже мы эту миссию не сразу, не в этой серии пройдем полностью. Ну, говорится, не наша вина будет в данном случае. Так что... Возможно, пройдем этим самым добавок еще одну миссию за другого создателя. А нового. Это все потом. Пока справимся туда, куда нужно. Интернет-кафе. Дальше убери. Это вообще у нас сгорел полностью. Бизнес этого, в общем, главного брата главного героя. Из-за одного злодея, которого мы уже знаем, Дмитрий Раскалов. В общем, он будет как раз главным злодеем данной игры. Это Дмитрий Раскалов, которому придется потом разобраться. Так, мы все приехали, кажется, отлично. All right, man. I'm at the internet cafe. What now? The website is lovely. Go to it, bro. The guy you want to date with is using French Tom as his queen name. You heard animal, man. Eat him alive, okay? Так, сайт lovemeet.net, найдите дома француза. Пошли. В общем-то, побежали. Прикольный такой мистер, разнообразный. Nico, I hope you've come back because of me, not just these stupid computers. Ну да. Хоть, конечно, титры не появились. Что там сказал, я так не понял. Слишком быстро. Так, давайте посмотрим. Что у нас там надо? А, здесь можно почту проверить, что там пришло-то. В общем, можем почитать на паузе, кому интересно. Отлично. Так, вот как раз это место. Так, нажимаем. Так, это вот очень как по-английски-то. О, вот он, на странице, на которой можно забраться, да. Вот, нашли его. Ну. Попахивает, в общем-то, немножко BioWare. Их этим... Подобным, в общем-то, любовью к этому. Особенно в последних играх почему-то. Dragon Age Inquisition, в том числе, и тоже Mass Effect 3. Я думаю, Mass Effect 4 точно не будет, без этого не обойдется. Ну, точнее, Mass Effect Andromeda, который недавно анонсировали, показали первый трейлер. Ненавижу это. В этих, в общем, играх последних от BioWare. Хотя, по сути, обожаем вселенную Mass Effect очень сильно. Ну, за это, в общем. Думаю, будет видно. Так, ладно. Ну все. Первый этап у нас закончен. Выходим. Ну да, в общем-то, время нужно подождать. Тем самым.
Так, сохранимся. Отлично. Первый этап выполнен. Остался, в общем, второй и третий этап. Так, ну пока что вы... Смотрим по карте. Да, пока что... Не сразу, конечно, не сразу все это там... Второй этап запустится данного квеста. Видно, в общем-то, значка о борьбе нету. Ничего другого значка тоже нету. Куда нужно ехать и так далее. Так что будем сейчас выполнять тогда миссию. Сразу же начнем выполнять миссию за Maniac Squall. Это новый такой персонаж. В этом районе Боха. Там будет еще, по-моему, примерно их два еще новых персонажа. Точнее, не два новых персонажа, а всего два персонажа новых. Мэнни и Мэнни и еще один. При этом имя Мэнни что-то мне знакомо. Где-то я, по-моему, какой-то игре, что ли, встречался такой персонаж, я точно не помню же. Забыл уже кое-какой игре, а Мэнни персонаж-то был. Забыл, сейчас вспомнить потом будет посмотреть, что такое знакомое имя. В общем, поехали туда, так-то. Пока что я пока выключу запись, включу, когда будет что-то интересное происходить. В общем, пока прервемся. До самого, в общем, до интересного момента в каком-нибудь игре. Что ж, начинаем проходить теперь очередной, в общем, сюжетный квест за... И первый за нового персонажа Мэнни Скуэлла. Называется у нас эта миссия таким образом. Escape of the Streets. This is the one, man. We're gonna get a really nice shot of them. It's gonna be beautiful. I mean, you caught them. He's moving. No. But we want to make sure that we see them. Okay. Okay. Well, we want to see you. Just film it, man. Okay. Well, just keep looking at me, but stand over there. Okay? You mean here? Yes. 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 Very cool. Good. Okay. Yeah. Go. Beautiful. Beautiful. All right. You ready for this? Yes, I am. Turn this way, please. Turn this way. Five. Yeah. Six. Looking at seven, me. Seven. And eight. Good. 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 Right over here. Let me see you work. This way. Yes. Good. Okay. Good. Perfect. Cool. 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 So how do I look, man? You look good. Do I look gay? No. Not at all. It's very manly kind of dance. Okay. So here we go then. Yeah. See? It's the streets, man. But people gotta understand the struggles. For real. You know what I'm saying? They gotta understand the struggles. Yeah. Oh, hey, Nico. This is my boyfriend's cousin. The guy I was telling you about, Nico. How's my Roman doing anyway? For a guy who just lost his home and his business, who now has a price on his head, pretty good. I love his optimism. So, Nico... This is Manny. We grew up together. Hey, yeah. What's up, man? Streets, man. All right, this is all the right. Guy I told you about who beat up all those thugs in Broca. Yeah, great. Listen, Mallory, would you give us a little space, please? All right. Okay, yeah, great. So you know, streets take no prisoners, right? But, you know, kids need hope. You know what I'm saying? Not really. Yeah, well, you know, sometimes you gotta break some omelets to make some eggs, you know what I'm saying? Okay, and... Yeah, well, you know, we gotta clean up some eggs, brother. We're gonna clean them up, you know? Yeah, right here. Turn around, man, right here. Here, Manny Escuela is rapping with a street accomplice about cleaning up the streets yeah. of Boan. Yeah, turn that off. Wait, wait, wait. Criminals are trying to reform their neighborhood. Wait. Hey, please, hey, hold on a doing? Second. Hey, what? Manny! Sorry. Okay, everyone, that'll be all for today. That was great. Thank you very much. That'll be all for today. Thanks a lot. What are you doing? What are you saying? We gotta get some of these dealers off the streets, man, you know? And I want them to know it was me, man. Fine, just don't point the camera at me when you're doing it. Well, that's my testimony, man. Look, brother, would you help, please? Look, I got money. I got money. In which case, you've got to help. Good, all right. Hey, how's the camera? It's not good. What do you mean it's no good? Just don't even... Okay. All right, okay, well, listen, look. Here's what we're gonna do. We're gonna get all these dealers up the streets, and we're gonna kick their ass, and they're gonna know it was me. We need a car if we're gonna clean these streets. Ну да, в общем, у нас Ника такой белик, вообще-то, не публичный человек. Не любит, когда его снимают на камеру. Да, я его понимаю, конечно. Так, ну что ж... Last I heard, these dealers was up on Grand Boulevard. Let's go take a look, man. Поехали. Так, вместе с Мэнни поедете к дилеру. Что ж, поехали. Чуть-чуть, конечно, немножко я... Ладно, слушай. She and your cousin is together now. I love that girl, man. I love her, man. Your cousin better not be messing with her head. You're gonna propose, right? You're gonna make an honest woman of her, right? I think that's as much of a decision of Mallory's as it is Roman's. I don't know if he's grown up enough to... The dealer and his drug wagon are up there. Pull up behind and we wait. I didn't know you and Mallory was that close. Shit, man.
Manny's close to everyone who grew up in the streets of South Bohan, man. They're my people, all right? Sure. There he be. We got to follow him to them other leeches, man. They be sucking the damn life out of these streets. Чичичка. Смогла не спалиться. За ней, дружище. Так, давай, езжай. Чуть не хилом испарились. Так, все, 90, поехали за ним. Да, это комиссия будет на, как обычно, слежки. Не очень такие легкие что миссии. Чуть лишь лишний шаг, не туда, и спалишься, либо просто его упустишь. Это самое что, сложное миссия, нелюбимое для меня в данной игре. Да еще медленно, конечно, едет, блин, ну это вообще хуже некуда. Ничего, заметишь? Давай ты. Еще он не может так же ехать, как я, просто объезжать машины и... Настолько будет... I can feel them flowing through my veins. You sound like you got something else in your vein. Man, I ain't touched that shit in years. Who you been talking to, man? I'm clean, man. Serene. Fucking serene. Oh, I'm sorry. You ever thought about doing some TV? You might be able to get a series of the back of mine, you know? Nico, Velik, Street Justice, bro. Not really my scene. Just wait till you see your face on the screen, man. Maybe you change your mind then. Yeah, I always wanted to be a well-known idiot. People say to me, Manny, why you do this? Why you want to clean up the streets so bad? What's your passion? Do you tell them to get famous? It's for the love, man. They know because I help people, man. I'm all love, caring for these streets. Хотя пока хоть кашу-то не болтает, а то скучно. Так их спокойно. По этим локациям взять, пока он там дойдет до Ци. Хотя можно пробоваться красотами. А этого района, Бохан. Все-таки другой район, другая локация. Вот. Надеюсь, его не пущу. Не хочется проходить эту миссию. Всегда, в общем, этих миссиях. С первого раза не получалось. Хотя нет, когда за Жекова миссия была там похожая. Я ее прошел в первый раз. А это миссия, что я в прошлый раз когда проходил, что-то уже не помню. Более удачно прошел в прошлый раз, а нет. Первый раз получилось. Спокойненько едем. За ним. Тихо. Так, ждем. Повернет вначале. Тихо. Тормозим, ждем. Проезжайте, друзья, проезжайте. Он ждет светофора. Молодец, неплохо как едет. Полиция соблюдает правила дорожного движения. Данный игровой персонаж. Тихо. Ему тоже ставился. Так, припаркуйте машину за дилером. Ну, что ж, давайте остановимся. Надеюсь. Да-да-да, вспомнил эту миссию наконец-то. Что-то, что я уже давно ее... Прошло, конечно, миссию, но что-то так и забыл про это. Что It don't matter who gives it. I, for one, ain't in this shit for the ego trip. You taking my money, aren't you? Be my voice. I'm gonna go back and get Jay. Отменно. На нашей машине уехали. Ну, спасибо. Для вашего склад за ним. Ну что ж, нужно забраться, да попасть в этот склад. Нам придется немножко попрыгать. По крышам полезть. Потому что, в общем-то, путь в этот склад лежит, в общем-то, сверху. С крыши, а не снизу. Так вот, краста, проход. Один единственный. Так, что-то берем, возьму лучше этот УЗИ. Может пригодится.
Будем-то сверху сейчас снимать их. Так, друзья, где вы там? Прячьтесь, у вас там много, конечно, их много очень. Я брони даже не взял, вот. И пополнил. Катов один. Сейчас мы смотрим внимательно сначала все, что там есть. Так. Тихонечко приземлились. Хедшот. Давай, дружочек, улезай. Да, УЗИ лучше применять против этого. Хедшот. Там остался, по-моему, двое или трое. Осторожник идем. Так, вижу тебя. Хедшот одному еще. Еще двое осталось. И последний-то. Все. Вот и все. Собираем патрончики. И покидаем, в общем-то, склад. Миссия тем самым пройдена. Я как бы, да, допустим, вспомнил, что я проходил. Забыл, конечно, что я поставил эту миссию. Не такая простенькая, достаточно. Так, убираться, по-моему. Убейте дверь, выбейте дверь выстрелом. А, да. Нам подсказали, в общем-то, как нужно сюда убираться. Погоди, по-моему, он где-то там, значит, сел один. Не показался, наверное. А, да, нужно это. Да, нужно его убить очень выстрелом. Could you walk out of there just one more time? We need to get the shot just right. Oh, yeah. Yeah, that's a good idea. I can put my foot through your face if you like. I don't mind doing that again and again till I get it right. Easy, easy, Nico. Hey, did it look good? Huh? Was it a good mixture of that sadness and resolve? You looked great. Great, yeah. Let's do it. Okay, from the top? Yeah, right here. Wait, where are you going? Right. More senseless death and the police aren't even here yet. Help has only one name on the streets of South Bowen. Manny Escobar. That's right. Follow me. We'll be prepared. Street life ain't pretty. А, отлично. Так, миссию прошли тем самым. Да, неожиданно, конечно, здесь уже стоял. А, и, в общем, черт, все машины исчезли. Ну ладно, что ж. У нас появился, в общем-то, в списке контактов. Да, можно позвонить ему. Понятно, не будем. А, так, ладно, в общем-то. Так-то. На сегодня пока хватит, думаю. Может, конечно, еще одну миссию пройти. А, ну, в общем, пусть такая серия получится. Небольшая достаточно. Но интересная. Дома. Насколько, в общем-то, по-моему, еще какие-то миссии появились. Да, за мной еще одна миссия появилась. Забыть пока нету. Придется ждать этого второго этапа, в общем, когда активируется той миссии. Так что пока что это с ним придется повременить. Ну, в общем-то, думаю, пока на этом закончим. О, так, еще на сообщение появилось. А, все. Угу. Так, почту проверить. Ну, тогда можно, думаю, эту миссию тогда сразу выполнить. Сейчас прямо попробовать проверить почту. Ладно. А, в общем, кажемся, когда в том месте, в интернет-кафе игровом, тогда и продолжим. Ладно. Ну что ж, мы оказались, в общем-то, в том месте, где нужно. А, думаю, сейчас мы можем этим самым выполнить все-таки квест Брюси. До конца. Второй этап активируется, да. Так, отлично. Полунище. Отлично просто. Так, ну что ж. До ее начала так и подожди, она может появляться. 0-0-0-0.
По времени, конечно, мы сейчас не успеем. 20:45 почти что не хватает. Но все-таки придется дам. Так, сохранение произошло, но пройдет все-таки, я думаю, эту миссию до конца выполнить. Времени у нас, конечно, не так много. Да, 0-0-0-0 нужно, в общем-то, быть там в том месте. Так. Как-то же перемотать бы время неплохо было. Думаю. Так, понедельник, а у нас сегодня день. А сегодня на что? Понятно. А, не понятно, такой, какой сегодня день тогда? Воскресенье, что ли? Опс. Это 0-0, в общем, понедельник раз, а будет тогда? А, смотри, значок уже появился. Так-то уже у нас этот значок появился. В общем, поехали, да. Сразу же. По назначению. Как раз мы думаем, к тому времени уже спим. Да, прям быстро значит, пролетит. К тому времени, может, точно туда уже успеем. Доберемся к назначенному времени. Так что, в общем, сразу туда пройдем самую эту миссию. А, сюжетно забрить до конца. Какая-то возможность. Да, так небольшая, не простенько достаточно. Так вот, мы как раз уже приехали. Сейчас мы что-то мы зайдем внутрь и пошли. Так, становимся. В общем, пошли. Так, по-моему, это он, как раз это. Тот, кого мы ждем. Hey, are you my date? Thank God. You never know who's going to turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. I'm Nico. So, Nico, what do you do? I do a lot of things. What's your job? 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 Everyone's talking about this job guy. I haven't met him and I don't want to. Mr. Job. Хотя, думаю, сразу можно. Really? What type of man do you want to meet? You got a bad knee or something? Is your pack in heat? That makes me real uncomfortable. I'm out of here. Готов. Все. Готовы. Это что, в общем-то, стал что-то, в общем, начал. Так, ну все, с квестом этим самым поняли. Так, говорю всегда. Наши не сбрежем, то лучше из дружеские. Таким образом. Not so good. I don't think we'll be seeing each other again. I don't think he'll be seeing anyone. You're an animal. Anyway, your profile's still up there, bro. There's all sorts of crazy pictures on that site you can get into. Real freak, you know? I'd be getting involved in some of that internet dating shit, but I only date models, you know? Or VIPs who could be models. Not many of them online, yeah? Catch you later, big guy. Later. Так, ну что ж, в общем-то, на этом так-то мы закончим. Проходить точно, в общем-то, GTA 4 пока что. Закончим этом 17-ю серию мы прохождением. 18-ю серию, как обычно, продолжим проходить дополнительные квесты, то есть искать голубей. Также продолжим проходить сюжетные квесты. Это за двух, в общем, персонажей, квест-создателей. Это за Брюси. У него, в общем, остался последний квест сюжетный. И Мэнни из Квилла. У него, в общем, второй будет квест. И не пока что не последний, там еще будут квесты интересные за него. В общем, все это будет 18 серия. На этом пока что все. Если вам видео понравилось, если хотите продолжение данного прохождения, то ставьте лайки. А также оставляйте комментарии с мнением, точки зрения насчет моего прохождения. В общем-то, моих комментов. В том числе. Это пока что все. Так что, в общем, оставляйте в том числе свои впечатления, когда вы, в общем, если вы поиграли в эту игру, в общем-то, в штате, как, в общем-то, вы прошли эти моменты, по-своему ли. В общем, и также оставляйте свои заветы, если вам, в общем-то, тем самым. Я, в общем, к комментариям обязательно прислушиваюсь, в том числе, и прислушиваюсь к каким-нибудь, в общем-то, к этим же комментариям, кто напишет, в общем, данной серии, когда посмотрите. А это пока что все. С вами был Михаил. Всем до скорых встреч, удачи и всем пока. До скорых встреч.